А в прошлом году тишку гонял. Один из таких у-тю-тю-тю-тю. Я думала, ты сгинул, как говорили про какого-то кота. А это не ты, значит. Сидел. Я пошла за телефоном, потому что увидела пень. Расплывчатый вдалеке, чтобы понять, что это. А отказался кот. Прихожу, пня уже нет. А потом я его здесь увидела. Как звать, непонятно. Кот. Дедовский кот. А где моя кошка мелкая? Мелкая кошка сегодня словила пятую мышку. Мышоночка вообще. Вот на дворе и в сени приволокла. Выхожу в сени, чтобы холодильник что-то убрать. Потому что холодильник в сенях. А там что-то мягко. Пищит. А эта кошка играет с мышоночком. Котеночек с мышоночком. Уйди, как ты вообще ползешь-то, кошка. Нет, тут комары жрут, блин. Ой. Хотела прибить комара, а он свалил. Ну ладно, сейчас попробую его погладить. А то он как он тут расползся-то весь. По ходу дела они подружились, пока я тут до прилук шарахалась. А то сначала напугал ее, гонял ее. Подхожу, говорю, Алиска, где ты? Ты на каком дереве сидишь? Она вот здесь сидит. Кот, ты такой жирный и большой стал. Как тебя звать, никто не в курсе? Че орем-то, а? В дом заходил несколько раз. Пугал меня и кошку. Мяу-мяу. Я тебе там куриные кости положила. Ты их должен был сожрать, по идее. Чего ты орёт, а? Очень вкусное молочко, кстати, зритель. Не знаю, сколько стоит. Мне чек не дали. В магазине в Прилуках купила. Сейчас вот по пути от Ашалаева уже сюда где-то так одна треть дороги осталась. Ну, может, 600 метров до фермы. Но я, правда, еще круг делала. Так что тут еще километр был. Короче говоря, мне так захотелось молочко, что я встала, открыла и выпила немножко. Кот. А, кот. Кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис. Не ругайся с мелкой кошкой. Это надо быть очень плохим котом, чтобы котеночка женского пола гонять. Будучи взрослым котом.